Сегодня здесь зарегистрировано порядка 1700 самостроев. Возглавляют этот список Краснодар, Сочи и Геленджик. В Анапе за последнее время ситуацию удалось стабилизировать, но проблема до конца не решена. После совещания в Геленджике мы подали еще 9 исков в суд, и у нас сейчас общая сумма 15 930. То есть первые суды у нас начнутся 24-23 числа этого месяца. Просто после того поручения вашего мы занимаемся этой работой. Понял, хорошо, спасибо. Как правило, самострои появляются на наиболее инвестиционно привлекательных местах. Юрий Поляков поставил задачу муниципальному контролю выявлять такие факты на стадии котлована. Если же время было упущено, то не ослабевать контроль. Как только у застройщиков истекает срок добровольного сноса, нужно подавать повторные иски в суд. Значит, мы должны подать в суд за неисполнение решения суда еще 33 иска, да? На сегодня подано 11. Пожалуйста, поручение юруправлению нашему правовому обеспечить эту работу в кратчайшие сроки. По поручению губернатора готовится постановление о мерах по пресечению самовольного строительства. В нем будут учтены все изменения, появившиеся в законодательстве за последние годы. Это позволит, если не полностью закрыть вопрос, то значительно облегчить решение этих проблем.